Хвойные ветки, шишки, декоративная газонная травка, природные материалы для подсвечника можно выбрать любые. Набор мастера Юлии Воробьевой в тему Нового года с хвойным ароматом. Может, это какая-то полынь экзотическая? Точно. Сегодня мы делаем подсвечник новогодний из природного материала. Начинаем с того, что берем металлическую основу для подсвечника. Она у нас белая, и чтобы не проглядывала, чтобы она была в тон природному материалу, мы ее покрасим коричневым. Угу. Берем акриловую коричневую краску и вот таким движением наносим. Прям плотненько, да? Плотненько. Сначала красим в основной цвет жестяную основу. У нас эту роль с успехом сыграла баночка одесского питания. На внешнюю сторону приклеиваем нарезанные заранее веточки. Приклеиваем заготовку на основание и украшаем. На этом правила завершаются. Вся дальнейшая работа исключительно вдохновение. Украшение подсвечника – дело рук художников и игры фантазии. Например, мы берем веточку, прикладываем. Если нам нравится, мы ее клеем фиксируем, да, сверху еще одну. Для изготовления подсвечника вам потребуется жестяная основа, подставка, в нашем случае идеально подошел старый компакт-диск и декоративные штучки, зеленые веточки, красные бусины, шишки и шиповник, клей и краска. И главное – настроение. Час-полтора удовольствия творческой работы и все, нарядный подсвечник готов. А если таких сделать несколько, новогодний стол будет выглядеть и пахнуть особенно торжественно. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству проходят и в Доме культуры «Алексеевский» каждую пятницу и субботу. Начало занятий в 17 часов. Каждое воскресенье творческих анапчан приглашают в литературную кофейню «От А до Я» на улице Астраханской. Начало в 12 часов. На следующем занятии 21 декабря в творческом клубе будут из обычной бутылки шампанского делать потрясающую.